Ну все, на 4-0 тогда идем. Да, да, на 4-0. Защищайте объект. Сантосу надо дать 4-1, это разве что, ну вот, кто-то из нас попросит, чтобы просто чуть дольше поиграть. Да. Ну, да. В основном 4-0. Блять, уже на гору идет. Блять, фига, кто-то дом прошивает. Моя мина сработала. На горе. Он стреляет с горы, ты зачем так вылез? Ощущение, они к вам на Б пойдут, потому что на А что-то вообще никого не видно. Там я чувак... вообще на А хотел как-нибудь пройти. А там, видишь, уже пиздец. Пока заминируешь, пока чё, блять, они уже успевают добежать. Ну я пока на Б, здесь тишина. Ну окей. У них полторы минуты так-то осталось. 7 кое там подключен. А, тоже тут еще. Дебил. Мозгоёб, 7 кое. Кто-то рядом с Б, видишь, зарезал Джокер. Ага. Но его убили. Комбо сбили ему, хорошо. Что-то ощущение, там еще один снайпер был, не... Да, там. Не хочу это лезть, там, по-моему, в домике, ну, с их стороны, рядом с респом, на самом верху на чердаке сидим. Не лезем, сидим хорошо. А ты с щитом сидишь, да? Да, да, да. Если уют, но я говорю, потому что я тут с автоматом бегаю в обнимку. Я сижу, по сторонам гляжу. Сантос опасный, типа, о, мины взрывают. Снайпер. О, а эту не заметили. А ту мою взорвали. Этот есть. Отличный выстрел. Самый опасный, да. Главное, блин. Где он? С бомбой? Он по коридору, нет, бомба валялась. А где валялась вообще? Где-то сторона улицы, я не очень понял там. Вот. О. У него, по-моему, нет бомб, нет. Здесь же визуально никак не видно, да, есть бомба или нет. Не готовьтесь видно. К следующему раунду. Он через улицу, по-моему, просто подобрался, шел. Красава. Кстати говоря, спас нас. Да. Он поставил, да? Да, он бы мог подойти и нажать F. Да. Защищайте объект. Что-то он недоволен мной. Ой. Дурак. Что пишет? Что-то ругается, что ли? Да. Цель уничтожена. Так, я на припиздил. Там снизу кто-то бегал, по-моему. Нет, там вдали бы, вон его убили. Индус. Покидает игру Джоки. Красава, Диман. Фу, принесло. Я был на лавке. И он спину прикрывает, да, вот Серега не прикрывает. Ну, Серега, видишь какой. Мы его не очень командный, да? Но это некрасиво было. Нахуй они к ним бегут. Ты, я тоже бегу. Нахуй. Ну там написали, спаун. Сантос опасный тип. Сейчас всех захуярит вас там. Он одного захуярил. Ой, блять, уже здесь на А. С бомбой нет? Давай так, я его сейчас не убью. Ёпта, пропустил. Дима, ну не ты что, такие моменты... Все, я его убил, Задорин. Ты же самый опасный был, верно? Да. Но у него и была не... Бомбы! Вообще там моя мина странно, как они прошли. Она была идеально поставлена в одной точке из трех. Все нормально. Я справился. А если я сейчас кину гранату и взорвется бочка, тебя убьет? Не знаю. Ладно. Не убьет. Своет не убьет. Вот это вот бочка, я сейчас. Хотя да, наверное, не убьет. Готовьтесь к следующему раунду. 2-0.
Осталось так же повторить два раза. Пылесосы, там кто-то на пылесосе. На респе снайпер. А, я ж забежал. Сантос живой. Ну, отлично. Не живой. На, один снайпер был. Шел на, если Диман вдруг побежишь аккуратнее. Да, вот там вот. Там мины стоят. Ну я понял, я просто предупредил, если будешь высовываться, там был снайпер именно. Вот там, где ты смотришь, вот оттуда он меня убил сверху. Там какой-то чел наш тоже трется. У тебя там пишет чувак, мертвый наш, что Seven там, типа. На А справа. Ну вот примерно куда я тебе показывал. Вон он, сука. Глушилка кидаешь. Ты же все мины, да, глушишь? Да. Свою. О. Не, я имел в виду свою, понятно. То есть, если мы, допустим, ставим втроем там мины, ты кидаешь, ты же, получается, все три. Нет, я глушу свою только. А, окей. Да, хорошо, удобно. Мина стоит, слушай, здесь место. Я не знал об этом. А я все время там ставлю. Я думал, ты внизу ставишь всегда. Я одну внизу, одну там всегда. А, хорошо. Уничтожить объект. Она редко срабатывает. Да, 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 да. Некоторые бывают лохануться. Забудут. Ну пока на респе, Андрюх. Это откуда так? Фантом, блядь, пришел, всех ебнул. Он вообще через центр приподнялся, походу. Меняю магазин. Опа, меня там кого-то зацепил. Всем, первый раунд, он 3-0 уже, он хорошо идет. Что аккуратней. Блять. Еще двух раза. Нас даже думал. Он не читак получает. Ну, меня он убил нормально, он просто очень хорошо поднялся. Вот. О, не читак. Он просто очень хорошо поднялся и убил там снайпера. Пришел такой, да? Блять, 7К клянусь. Ну вот один раунд мы отдали. Ладно, да, мы рассчитывали вообще один раунд там, если что. Так, нахуй, минируем, но туда не. Да, да, да. Не ногой, блять. У них там разведка может сейчас что-то такое будет, аккуратнее. Да и предейтер может быть, у него 5, вон летит, да. Сука. АПЛА. А у нас глушилка лежит, груз. Блять, а кто-то из наших он стреляет? С подствола по мне. Нет, сейчас груз я возьму. Меня простреливают. Глушу. Отстава. О, Сантоса убили. Ну еще Сантос... фантом опасный. И самый король сейчас. О, я там наверху кого-то оглушил. Осторожнее, мина. Минная война. О. Сава, ты его убил, по-моему. Не-не, стой, там этот. Я тебя переживал, короче. А как он залез сюда? Мне чемоданчик нужен. Типанули, Андрюх. Ай, блядь, он меня тупо прострелил. Через щит, блядь. Да? Ёбаный в рот, фантом остался. Так, мне кажется, он где-то на базе должен быть, он же предает. Смотрю за симкоедом, он там лежит наверху. Да, симкоед нормально сел, смотри за этим. Здесь, в общем, где-то смотри. Блять, он... Отлично, 4-1, как и хотели. Как и, так и есть. Отличная работа. Так, это... Ну что, еще одно? Ну да.